своими глазами. 25 июля. День памяти актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Я хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что вы здесь все собрались. Я хочу поблагодарить всех людей, которые вложили свою душу и способствовали созданию этой площадки. Теперь у нас появилось место, где можно поразмышлять, подумать, поговорить. Табун несется с кокунов, встревоженных степным пожаром, и пыль столбом из-под хвостов, и ноздри, пышущие жаром, и в этой скачке роковой нет места мысли произвольной, не изменить судьбы кривой, не постоять с идеей вольной, не дай Господь, когда бегут кому-то выпрыгнуть из строя, друзья тебя сейчас сомнут и не заметят с ветром споря. Но чтобы как-то изменить бег табуна неудержимый, необходимо победить по правилам его режима. И только вырвавшись вперед, ты обретаешь это право увидеть, что куда ведет, и выбрать лево или право. В тот день на даче я была. Ничто не предвещало горе. Спокойно грядки полила и прополола травку у забора. Корзину яблок собрала и на лиманку поплескалась. Ключи соседке отдала и на вокзал бегом помчалась. И только сидя в электричке я вдруг услышала тот бред, о чем шептались две сестрички. А рядом плакал мрачный дед. Меня как будто кипятком обдали и кожу сняли до крови. Высотки умер, мне сказали, Одесса вся нам скорбит. Веселый город помрачнел от горя. В Москву рванули верные друзья, еще сильнее почернело море. В глазах застыла горькая слеза. Мы без него прожили много лет, большие перемены испытали. Страны, которую любил он, больше нет. Ее, как на арене, в клочья разорвали. Осталась память на века, и гордо вторят альбатросы, что если что-нибудь не так, вам бросят круг спасательный матросы. Он написал много песен, и, конечно, не все они равны. Высоцкий никогда не пел свои песни свысока, никогда не стоял над зрителями, над слушателями. И эстрада была для него не пьедесталом, а местом, откуда его просто лучше видно и слышно. Взмывает ввысь сегодня грусть. Вернусь, конечно, я... Вернусь!